И всем привет, мои дорогие слушатели, подписчики моего канала. Привет всем, ребята. С вами сегодня опять я, Лёша. К сожалению, сегодня я играю опять без Саши, но ничего. Вот этот вот дебил сзади, вот этот вот, он, скорее всего, будет за место Саши, наверное. Потому что, как оказывается, он за мной даже ходит. Ты же ходишь? Это что за хрень там плавает? Это видите на карте? Здесь видите. Тут какие-то туннели еще проходят. Да. Ладно. Тут я уже все собрался, чтобы переезжать. К сожалению, сейчас там, как сказать, монстры. Давайте день поспим. Никого нету, не, никого нету. Кстати, можно Гладстон добыть. Весенет. А, нет, не добудем. Ладно, поспим, давайте. Давайте я сейчас превращусь в человечка. И поспим. Вот все. Я слышу зомби. Ладно, опять превращаемся в мышь. Пошли, чувак. Интересно, он тпшится или он реально ходит за нами? Убил? О, порох. О, ла-ла-ла-ла-ла. Грибы не нужны мне. Ладно, полетели. О, это нужно. Так. Что за хрень? Ёпа. Всего-то то, что на него посмотрел. Ладно, не будем к нему лезть. Он реально тпшится за мной, этот чувак. Где он? Ладно. О, господи, напугал. Так как это книга, хотя не знаю. Это, наверное, выкинем. Ту-ту-ту. О, еще курица вообще отлично просто. Я, кстати, не знаю, не помню, что это за мод вот этот вот. Нет. Они убили его. Они убили моего игрока, который за место со Шульди играл. Так жалко. Ну ладно, ни хрена, я еще одну сделаю. Получается, вот эти вот хрени, мобы или кто это? Это те же самые эти, как их. Те же самые, тот же зомби, тут же есть он. Да. И это получается просто типа их замена. В смысле, чтобы они днем ходили. Вот. Наверное. Или нет, или чуть не нагоняю. Или может они реально сильнее? Не знаю, где буду дом строить, а? Я буду строить дом там, где будет пещера. Вот опять. Охрененная башка, что это такое? Где-то тут он. Значит, в этой пещере. Смотрите, какая башка-то большая. Что это такое? Ни хрена себе. О, тут же этот мод установлен, чтобы вот этот, как ее. Блин, забыл.
Вот эта хрень, чтобы спавнилась, забыл, то что он тут установлен. Вообще охрененно. Один уголь. О, железо. Да хрена просто железо. Так. Это нам не нужно. Что тут еще? Тоже не нужно. Офигенно все-таки быть летучей мышей. Мышью, точнее. Ну, в этот раз я надеюсь их убью. Давай, 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 давай. Не-не-не. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не беспокоимся. Фуф, это капец, я думал, я еще упаду. Я просто еще зомби слышал. Отлично. Быстро, быстро, быстро. Давай, давай, давай. О, отлично. Думаю, сейчас сдохну. Хорошо, что когда летучие мыши играешь по барабану, то что у тебя есть голд, то что его нету. За то, что, потому что ты все равно быстро как бы это все равно ходишь даже. Даже когда ходишь, то быстрее намного. Это все получается. Хотя, может быть, тут этот маркер установить, да и все. Кстати, хорошая поляна мне кажется. Давайте, ну-ка, попытаемся, ну-ка, как тут маркер? А, вот все, маркер. О, давайте синенький. Такой синенький, не знаю, как назовем. Давайте дом. Просто вот дом назовем его. Что такое? Все, пускай вот тут будет. И что сюда тпшимся. И нормально. Охренел, большая пещера. Кстати, возле дома надо факела поставить. Если в этой серии найдем алмазы, это просто охрененно, ребята, будет. Тут уже вверх. Чуть не грохнулся. Посмотрите, сколько тут угля-то, а. Железная кирка-то. А, вот она. Скоро сломается, ну ладно, ничего. Давайте, кстати, это добудем. Погодите, ли это что-то другое? Нет, это кварц, но... Что из кварца можно? Так, насчет этого потом. Кварцевый меч? Охренеть. У меня даже такая тема стоит. Просто офигенно. Не-не-не, погодите, я...
Я помню, из кварца еще что-то было прикольное, можно было сделать, но не помню только чего. Может тут что-то, да что за хрень? Это что еще за хрень? Ладно, хорошо, что у меня есть кварц. Охренеть, получается, тут сейчас у меня кварц, это как... Алмазы, что ли? Только в броне нету. Получается, что так. Так это охрененно. И самое главное, он собирается-то не по пару штучек, а по дофига. Урон 5, урон 4, да, реально как алмазная получается кирка все это делается. Просто охрененно, ребята. И меч 7 урон, как у алмазного меча. Охрененно. Давайте его еще добудем. Пото хрена вообще просто падает, так что его добывать и добывать можно. Интересно, эта кирка копает алмазы? Ой, пута алмазы. Обсидиан. Так, тут железка. Кстати, железка бы неплохо было бы скопать. Охрененно много железа. Ну, кстати, спасибо за железо. Блин. Что выкинуть, а? Давайте это выкинем. Эндерман, ты где? Я ж тебя слышу. А вот ты где. О, ингри зомби. Че, попробуем убить его? Ты где? Дерман. Ну где он? Хотя вроде в этой версии они будут поумнее, они не будут сразу же нападать. Тогда это хреново. Ну чё, встала сейчас, зависла маленько. Нет, иди отсюда. Иди отсюда. Две тыка. Не знаю, сейчас собирать. О, капец просто. А, у меня просто некуда уже все это девать. Гравий. Нахрен мне гравий вообще. Сюда его. Чуть не упал, но он... все же обошлось, да? Никто ничего не видел. Не, на самом деле охрененно то, что это что за пещера? Блин, как-то у меня все не по порядку стоит. Это третьим. Ла-ла-ла. Четвертым. Сейчас аккуратнее. Фуф, повезло. Поставил. И ради чего я сюда шел? Ради уголька. Хотя это в прошлой серии мне он очень сильно был нужен.
Давай, пропадай, пропадай. Пропади. Не, ну охрененно то, что кварц-царь такая. Крутая вещь. Иди сюда. Понял, да? Понял, как связываться со мной? Че, еще одна пещера? Алмазики найти. Так будем почему? О, да. Золото. Еще золото. О, да. О. Так, это каким копать-то надо? На. Походу вот этим. Нет, это алмазный вообще надо. Вот это просто обязательно нужно, ребята. Так, лазурит. Вау, вот это тоже нужно. Да, это тоже нужно для изучения там чего-то. Сейчас бы мне только какой-нибудь моб меня просто не убил бы, а? А то это так обидно будет. Еще, моя любимая. Я за вас 10 блоков сделаю. И буду радоваться и говорить, что я самый богатый. Хе-хе-хе. Ни у кого нету золота, только у меня золото. Поняли, да? У меня только золото есть. Ни у кого нету. Золото. Хорошо, что я вас не пропустил. Ну, лава. Так, лазурит-то мне зачем? Не знаю даже. Может, добыть его парочку? Некуда ложить, некуда. Так, кости, пускай кости. Фух. Я думаю-то сейчас упаду туда. Ой-ой. Мне задолбало то, что я в блоках застреваю. То, что я летучая мышь. Так, золото. И тут чё? Ничего, нормально всё. Так, что-то как-то мало тут всего. Даже непривычно. Это что такое так? Нет алмазов, мне алмазы сейчас категорически нужны. Ой-ой. В гравии застрял. Алмазики, идите сюда. Алмазики. Ну давай, чё ты? С силой хочешь? С силой хочешь помериться? Сдохни. Ха-ха-ха, лошара. Что же это такое? Это алмазики. Есть. Ту-т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 у. Алмазики. О, да. Их же сейчас до хрена тут будет. О, да. О, да. О, да. 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 О, и как раз тут эта хрень. Где верстак?
Капец, у меня верстака еще нету. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, так. Так сюда. Сюда, сюда. Хотя нет, по барабанщик назовем. Давайте назовем 12, типа 12. Я вообще не знаю, у меня маленькое простое воображение. О, так это тоже добудем. Фуя. Думаю, что упадут еще. Блин, у меня даже палок нету, а. Чтобы хотя бы факела сделать. Потом еще. А, блин, жалко. Походу над этим мы, ребята, закончим. Сейчас я возьму факел. Возьму факел. И здесь поставлю. Блин, надо было с этими, с алмазиками сфотаться. Ладно, потом. Потом, потом. И я буду еще раз повторяться, и всегда буду повторять это. И если вы тут впервые, можете подписаться на мой канал, поставить лайки. И с вами был Леша. И до хрена всего, особенно золото, 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 золото. Вот золото. Если вы его хотите, вы просто обязательно должны подписаться. И тогда будет много всего. Всем удачи. Всем пока-пока.